Сымылтынын ғудюрын, сығын деді шуныты. Сырдярлы лапаты, шырағы барды шуныты. Аңдар деді шуныты, ақтяр ұлбатын, шыраға барды шуныты, ақтяр ұлбатын, айдуға барды. Время же становится вертикальным. Все эти три времени воссоединились в одном настоящем. Прошлое, настоящее, будущее. Все, что нас окружает, это наш храм. Небо над головой, горы, реки, леса. На самом деле Алтай – это отдельная мудрость, это отдельная музыка, традиция. Это сплошная мистика.